Ну-ка, Гликелия, давай посмотрим. У нас там кошки на ночь сажаем их. Смотри, как я открываю вот так вот. И теперь, вот она первая, буска выскочила, белая выскочила, рыжая идет. Скорее закрыть, ветер сильно холодный идет. Все, корыту к своему, к еде. Ну-ка, давайте скорее. Ну-ка, идите. Иди сюда, иди. Рыжая, она испугалась Гликерии. Она видал, что делает? Вот они где, чтобы где попало не скребли. Они специальное место такое. Ой, молодец, рыжая, молодец. Она мать обоим мать. Ой, да какая большая. Да пузатая такая. Видно, беременная опять. В декретный отпуск скоро пойдет. Да молодец, рыжая, хорошо. И они у нас не диванов, которых нет, не дерут. Видал как? Пошли. А ты посмотри, как они истощили тот. Внизу-то. Иди сюда, иди. Ну все. Они в очередь становятся друг за другом, чтобы погладили их. Все, вон погляди, как истощили-то внизу. Вот они мои хорошие. Давай, ешь. Не бойся. Рыжая очень осторожна на чужих людей. Реагирует как. Ну иди, посмотри. Иди, погладь их. Пойдем. Погладь кошку рукой своей, иди. А, Гликерия. Мне здесь на пальце была кровь. Ну ничего, давай тут, пойдем, а то тебе уходить уже надо, вставай. Вот так. Вот, погляди. Ну-ка, погладь. Ой, они испугались. Вот эту погладь белую, она не боится. А та в шкаф залезла. Вот они все. Тут собаки пришли ко мне, меня сопровождали, эти собаки. И они запоют черной кошкой. Да. Они разодрать ее могут. Ну что, давайте, одевайся. Попрятались все. А вот она, смотри, я сейчас и вызову ее. Дай-ка, где рыба-то у тебя? Есть? Вон. Ну вот, показал рукой. Где? Послушайся, ага. Сейчас, постой-ка. Сейчас я Буску вызову. Так, стой. Буска, ко мне. Буска, где? Вот она, Буска, ко мне. Иди сюда, на. Иди ко мне, Буска, иди скорее, на. Вот она где. Ну иди, не бойся, не иди. Она не хочет здесь есть. Ну ладно, давай дальше. Давай, сюда. Вот сюда, вот. Вот сюда, иди, Буска, ко мне. Вот, вот так она. Смотри, куда она. Вот она ест, где рыбку любит есть. Вот она какая. Привез котенком осенью. Все. Вылазь оттуда. Буска, пошли ко мне. Пошли. Ученая кошка. Вот они трое едят. Ой, какие хорошие кошки. Ой, маленькие. Погладь ее. И эту беленькую погладь. Она хорошая. Потихоньку. Вот какие у нас кошки. Ну все, обувайся. О, двумя пальчиками. Ну хорошо. Давай, Гликерия, у нас зовут это Лукерия, Лушка. Это у них была баба, она ему, ей прабабка. Лукерия, а это Гликерия, на самом деле, сокращенная. И вот у нас Полина, а на самом деле Поликсения. Полина. Полина нет такого имени. А еще зовут Римма и Инна. Это мужские имена, Римма и Инна. А называют женщин. Это мужские имена. А как мужчина Рима? Почему Рима? Ну, еще, я сказал тебе, понятно? Рим. Ты готовый, что сказал, запоминай, больше ничего не надо. Рима. В житиях святых и священник женщину ни одну не будет крестить Римой. Инны. Ни одну. Нет такого имени. Так, ну все, с Богом. С Богом. Скажи с Богом. Давайте. Сидите там. Держите за стенку там, я сделал вам поручи. Вот так. Да слава тебе, Господи. Все у нас. Вот такое утро началось сегодня. Ну и чего? Опять сюда. Да мне еще дать-то нечего-то. Нечего дать. А какой свет у нее, смотри, белый, с какими проседями. Длинная, ловкая, быстрая. И хорошая кошка. Все, однако. Выключаю, на этом конец.